Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, Новосибирская, 29. Давайте смотреть ассортименты и новинки. Какие интересные заколки с ракушками, с цветочками. 59 рублей, 4 штуки. Есть и со звездами. Просто заколочки. Все это по 59 рублей. Заколок очень много. Здесь вот 8 штук заколок маленьких. Это вот 5 штук. И такие 59 все. Маленькие крабики 59. Каких только нет заколок, смотрите. 2 штуки 59. Разные расцветки. Это даже не знаю, кто это, мишки. Бантик. И большие зажимы для волос. 6 штук. Подходят для парикмахерских работ и косметических процедур. Вот это хорошая вещь. Порой укладку делаешь феном, и вот надо закалывать. Прям такие, знаете, металлические. Хорошие. 99 рублей. Отдел игрушки. Городской автобус. Разные они все. Там еще голубой есть, оранжевый. 299 рублей стоит. Реалистичный дизайн. Вот. Оранжевый. И вот такой голубой. Коллекционный самолет. Со звуком, со светом. Вот еще один вариант. 299. Питомец в переноске. Только ценника нет на него. Там вот смотрите. Питомцы, наверное, тоже разные. Хотя вот два одинаковых. Опять пришли нам коляски. У нас ребенок с такой коляской вырос. Сама садилась туда. И ничего этой коляски не было. От 6 лет написано. Стоит 349 рублей. И коляски разного цвета. А это набор трафаретов для рисования. Крупные детали, удобные для первого детского рисунка. Узнаваемые силуэты и обучающие элементы. 4 штуки в наборе. Так, что стоит? Ценника нет. Вот ценник, по-моему, да. 79 рублей. Привезли опять много кругов различных. Сердце с перьями 249. Просто круг надувной 149. На рукавнике, кто может быть ищет для плавания, 149 рублей. 116 рублей. Такие в виде яблочек или вишенок. Ну, они разные. Вот коровы и слоны. Полотенца с тюльпанами. Рогожка полотенца, тюльпан. 45 на 60. 83 рубля. Есть такой набор кухонный. Полотенца и прихватка. 99. Есть светлые полотенца. Ух ты, какой наборчик хороший. Посмотрите. Так, полотенца жаккард. 42 на 8. На 80 или на 60. 42 на 60, по-моему. 249 рублей. Вот два полотенца. Смотрите, какое шикарное полотенце. Есть бежевый вариант. Есть серый. И голубой. Вот еще полотенце. Такие мне не нравятся. 79 рублей. Полотенце в клетку. Тоже интересное. Тоже интересная расцветка. 45, рогожка на 60. 79 рублей. Есть и в клетку, и в полоску. И разные вот цветом полоски клетки. Набор иголок и булавок. Ценника нет. Есть нитки швейные 50. 50 на 2.
что это значит. Набор ниток швейных 50 на 2. Пастель. 120 метров, 12 штук. Антижир. Действует от 20 секунд. Удаляет жир, нагар и копоть. Актив. 85 рублей всего стоит. Сколько? С распылителем. Азелит. Антижир. Для стеклокерамических для стеклокерамики и индукционных плит. И для плит, духовок и грилей. Первый вариант 170 рублей, а второй 180. Вот еще что-то. Пятновыводитель, отбеливатель для белых тканей с активным кислородом. 149 рублей, 600 миллилитров. Есть вот в таком маленьком пузырьке, 5-0, 5 в одном, 125 миллилитров, 59 рублей. Тоже пятновыводитель, универсальный усилитель стирки, 79 рублей, 300 миллилитров. Отдел посуды. Тарелки, смотрите, с птицами. 20 сантиметров. Фарфор. Никонет. Блюдо в виде рыбы. Для шубы, да? Отлично. 35,5 на 14,5. Керамика и нет ценника. А вот какие тарелки. Блестящие, красивые. 24,5. Керамика. Есть еще поменьше. Это 149 рублей. А поменьше 22,5. Это глубокая. 124 рубля. Такой. Красиво, да? Есть тарелки двойные. Два цвета. 21,5. Изготовленная, скорее всего, из керамики. Не видно там ценник. Вот еще одна расцветка. Нет, фарфор. Это фарфор. И вот еще одна. 124 рубля. Есть и квадратные. У меня есть такая. Мне она нравится. Изготовлена из опалового стекла. 22,5. К сожалению, нет ценника. Тоже хорошая тарелка, глубокая, в то же время квадратная. Вот такая глубокая тарелка, всего 59 рублей стоит. 640 миллилитров. Тоже опаловое стекло. Вот салатник красивый. Но очень большой. Такой большой. 23 сантиметра. Опаловое стекло. 116 рублей стоит. А есть тарелки вот такие большие, 27 сантиметров, голубые, серые, 116 рублей, опаловое стекло тоже. О, какие, ого, салатник 2,5 литра, фаянс, таким рисунком, большие. 199 рублей стоят такие. А эти поменьше. 1,2 литра 83 рубля. Вы посмотрите, какие подсолнухи. Какие красивые. Сколько стоят, интересно, такие. Ценника нет. Просто подсолнух. А сейчас вот здесь вот посмотрим. Тоже нет. Жалко. Так, смотрите, как красиво смотрится вообще. Гипсофила. Такая 99 рублей стоит. 62 сантиметра. Орхидея искусственная. Такой шикарный букет. Прям вот, знаете, большой. Ой, довольно-таки большой букет такой. 249 рублей. И свисающие цветочки. Нету ценника. Цветок искусственный. Глициния свисающие. Ну и вот эти давайте покажу. Тоже нежно. Ценников нет. Я не знаю. А, вот 199 рублей. Альстромерия.
кашпо для цветов на подвесе с цепочкой. Есть вот треугольник, есть овал, есть просто круг. 149 рублей. Вообще здесь очень много горшков. Разных, маленьких, больших, из керамики, из пластика, из металла. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.